Заместитель главы Анапы Олег Костенко собрал руководителей органов ТОС и призвал общественников подключиться к профилактическим мероприятиям и провести осмотр жилых домов. Глава города поставил нам задачу в рамках антитеррористической комиссии провести работу именно по выявлению лиц, незаконно находящихся на территории города, плюс по проверке чердаки, посмотреть на террористическую защищенность наших жилищ, скажем так, то есть мы эту работу будем проводить. То есть проводить на предмет, если кодовый замок нет, закрыть чердак, не закрыт, закрыть подвал, не закрыт, чтобы там, где открыто, там есть свободный доступ. Где есть свободный доступ, любой может зайти, естественно, что-то там положить. Анапчан просит с пониманием отнестись к проводимым проверкам. Вопросы безопасности сегодня как никогда актуальны. И не забывайте, бдительность и внимательное отношение к происходящему вокруг – одна из основ безопасности.